Здравствуйте, дорогие алматинцы! Модернизация сознания – тема, которая стала актуальной в последние недели. Статья о президенте вызвала многочисленные отклики. Но здесь все-таки много вопросов. Например, модернизация западного мира началась в новое время, когда страны Западной Европы и Северной Америки совершили гигантский скачок от традиционного аграрного общества к индустриальному. В течение пары столетий в Европе активно внедрялись достижения науки и техники. 19 век стал веком пара. Затем пришел век нефти и двигателей внутреннего сгорания. Современное государство находится в процессе постоянной модернизации. Обновляются средства производства, коммуникации, система образования и, конечно, сознание. Сознание должно меняться. Конечно, но есть все-таки одно «но». Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода, отметил президент Казахстана. Но это не значит консервацию всего в национальном самосознании. Нам нужно отделить то, что нам дает уверенность в будущем, от того, что ведет нас назад. Для меня это весьма сложный вопрос, поскольку никто не может доказательно определить, что следует сохранять, а с чем следует распрощаться. Дело в том, что развитие обществ – очень сложный вопрос. И исторические пережитки могут сыграть как отрицательную, так и положительную роль. Например, самурайский дух – явный пережиток эпохи сигунатов, феодальных войн и сословного деления. Но он позволил Японии стать великой державой. Развитие демократии и монархия, казалось бы, вещи несовместные. Но сегодня политологи говорят о том, что наиболее устойчивыми демократиями являются конституционные монархии. Любое общество является сегментированным, поэтому необходимо иметь в виду, что и процесс модернизации не может быть актуальным для всех слоев общества. Более того, даже в самом модернизированном обществе все-таки сохраняются консервативные слои. Поэтому одинаковое сознание для всей нации – это все-таки утопия. Таким образом, в любом обществе различные слои населения исповедуют самые разные ценности – от традиционных до самых либеральных. А уж в Казахстане такое деление еще более усиливается за счет многонациональности и многоконфессиональности. Соотношение материального и духовного – тоже сложный вопрос. Часто политический строй, экономическая жизнь определяют мышление и стереотипы поведения граждан. Поэтому, может быть, уже пора поставить вопрос о реальной демократизации нашей политической системы, которая позволит раскрепостить позитивную энергию общества, сделать правительство подотчетным, а систему принятия государственных решений прозрачной. Но вернемся к статье президента. Итак, некоторые конкретные шаги по модернизации сознания. Латиница. По этому поводу высказываются самые разные мнения. А известный поэт Алжас Сулейменов, противник внедрения латиницы, утверждает, что может доказать, что кириллица – это древнее наследие тюрков. Как пишет сам поэт, ученые не могут, а он может. Но решение уже принято, и тему мы уже обсуждали. Но вот еще один шаг. Он имеет название «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке по общественным и гуманитарным наукам». В его рамках должны быть восстановлены гуманитарные кафедры для поддержания гуманитарной интеллигенции казахстанского общества. Необходимо перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Восстановление кафедры – шаг, несомненно, верный. А вот со 100 учебниками у меня и у многих других есть вопросы. Учебник все-таки отражение существующей в каждой стране общественной, политической ситуации, конкретной истории страны. И чужие учебники наверняка не совпадут с нашими казахстанскими реалиями. Подготовка учебников все-таки дело наших специалистов. А вот перевести работы зарубежных классиков истории, политических наук, философии, социологии на казахский язык, мне кажется, было бы гораздо эффективнее. Сейчас эта работа тоже проводится, но эти книги издаются небольшими тиражами и продаются по высоким ценам. Тогда уж можно было бы сделать и доступными всем читателям за счет низкой цены. Другое направление модернизации сознания тоже может столкнуться с реалиями нашей жизни. Например, важный проект «Духовные святыни Казахстана» или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана».
Задача проекта – увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улутау и мавзолея Хаджи Ахмета Исави, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья и многие другие места. Казахстанская система образования самая модернизированная в мире. По числу реформ можно смело подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Каждый министр проводит новации, а некоторым даже удается 2 или 3. Только вот результаты пока что плачевные. Например, из 904 тысяч казахстанцев, принятых на работу в 2015 году, только 31 тысяча – это свежие выпускники вузов, и лишь 8 тысяч из них получили работу по специальности. А количество вузов просто зашкаливает. В момент обретения независимости в Казахстане было 47 вузов. Спустя 10 лет 181, и сейчас 131 вуз. И все это университеты с самыми звучными и пышными названиями. Это непременно национальные, исследовательские, многопрофильные или интеллектуальные. По нашим меркам называться технологическим институтом как-то не солидно. Нужно цветистое название, вроде «Национальный исследовательский технический инновационный университет». Только вот Массачусетский технологический институт известен во всем мире, а наши вузы даже не присутствуют в серьезных рейтингах. Наверное, потому, что высшее учебное заведение – это не здание, не название, не лаборатория или учебные классы, а прежде всего учитель и педагог. Лорд Веллингтон говорил, что битву при Ватерлоо выиграл английский учитель. Великий Бисмарк считал, что Германскую империю создал школьный учитель. Современную Францию сформировала единая система образования и средств массовой информации. Помню старый анекдот. Преподаватель ругает студента, и я тебе уже в 5-й раз эту теорему рассказываю. Уже и сам все понял, а ты все еще ничего не понимаешь. К сожалению, это вовсе не анекдот, а наша реальность. Всего 5% учителей на самом элементарном тесте по своему предмету из 25 вопросов берут 25. Почти 70% пороговые 13 баллов не набирают. Сетует Куляш Шамшидинова, председатель правления акционерного общества Назарбаев интеллектуальной школы. Учителя не могут прочитать стихотворения и школьные программы, назвать современных писателей. В каждой школе по отчетам министерства есть компьютерные классы, но практически отсутствуют компьютерно-грамотные учителя. Поэтому и инновационные классы пылятся, и даже школьный сайт – это величайшая редкость. Да еще и скорость интернета в большинстве регионов страны очень низкая. Можно ли в этом винить только учителей? Думаю, вряд ли. Низкая зарплата, перегруженность лишними отчетами, многочисленные проверки, отсутствие нормальных учебников, выполнение различных внеучебных поручений – это далеко не полный перечень обязанностей наших учителей. Только вот чиновники никак не пытаются решить эту ситуацию. Вместо этого Министерство образования и науки Казахстана в 2017 году привлекает 40 зарубежных топ-менеджеров для управления вузами. Правительство готово заплатить им 981,5 миллионов тенге. В следующем году эта практика сохранится, и эти же деньги уйдут зарубежным гостям. Может быть, лучше было бы выделить эти деньги нашим преподавателям. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемые алматинцы, я с удовольствием представляю Архимеда Искакова, основателя и руководителя школы имени Архимеда. Да, да. Спасибо. Итак, мы сегодня говорим об образовании. Есть несколько больных вопросов, которые мучают практически всех. И родителей, и детей, и преподавателей, и вообще всю систему образования. Это то, что мы называем ЕНТ. Да. Вот мое мнение, если интересно, как бывшего преподавателя и родителя, так скажем, это просто система заучивания информации, но не мышления. Совершенно согласен с вами полностью. Особенно вот в преддверии предстоящего для всех ЕНТ я хотел бы показать родителям, может быть, вот мы покупаем пробные тесты. Кто их составляет? Составляет их Национальный центр тестирования. Я думаю, что эти тесты никакого отношения к тем задачам, которые стоят перед образованием, не имеют. Я не верю, что составители вот этих тестов
сами справиться в указанное время с этими заданиями. Откуда взяты эти тесты, я, конечно, хорошо понимаю. Они взяты из интернета. Например, когда какая-нибудь очень серьезная крупная компания приглашает человека на серьезный пост, на какой-то менеджера, там проводятся различные тестирования, экзамен GRI, типа. Вот оттуда берутся вот эти тесты, вопросники. Но предполагается, что те люди, которые идут на такие высокие должности, они уже по меньшей мере хотя бы одно хорошее образование имеют. Им точно не 16-17 лет, и вопросы другие. Например, вот какое отношение к проверке математики за 11 лет имеет задача, например, удар прибавить удар равняется драка, и вы вместо букв должны придумать цифры, чтобы это у вас было верное равенство. Я боюсь, я лично с этим не справлюсь. Я думаю, честно говоря, что не справится с этим никто из моих коллег. Ни один. За указанное время, за полторы минуты каждое такое тестирование, при этом здесь большое количество задач некорректно сформулированных. Если ко мне можно придираться и сказать, что Архимед Мбадьевич говорит чисто по поводу тестов по математике, то, например, я думаю, что ни у кого не возникает сомнений в том, что на русском языке художественные тексты я воспринимаю хорошо, но тексты, которые здесь приведены, какие-то придуманные, искусственные, а после того, как вы прочли этот коротенький текст, там 3-4 абзаца, вы должны ответить на 10 вопросов. Из этих 10 вопросов я понимаю хорошо только один или два. Любое НТ есть итог преподавания. Давайте вернемся к этой ситуации. Вот сейчас недавно была проверка преподавателя, которая выяснила, что большинство из них не могут владеть основами даже собственного предмета. Как вы, допустим, принимаете в свою школу новых преподавателей? Как вы их ищете? Вот как вы оцениваете вообще качество выпускников, преподавателей? Знаете, когда... Редкие случаи к нам приходят люди устраиваться на работу в качестве педагога. Мы проводим с ним нормальное, обыкновенное собеседование, не требуя ничего выдающегося. Но, во-первых, такие случаи редкие, к нам мало вообще кто приходит, даже к нам. Никто не собирается идти в педагоги, там массово что-то еще. Во-вторых, цифра, которую вот только что вы привели, это чиновники давали, она достаточно лукавая цифра. Например, еще раз повторяю, вот когда говорят мне, что столько-то процентов педагогов не могут решить те задачки, давайте определимся, а какие задачи вообще перед педагогами стоят? Мы чему должны научить, как должны научить, там, в каком объеме? Если вы хотите вот это, мы готовы. Но в тех тестах, которые нам потом дают, выясняется, что все то, что мы 11 лет готовили, это вообще совсем не к этому. Так, тогда говорят... вопрос о программах. Да. Дело в том, что вот эти тесты же отношения к программам не имеют, поэтому я думаю, что те тесты, которые проводились среди педагогов, тоже никакого отношения ни к профессиональной деятельности, ни к их программам не имеют. Ставится новая задача о том, чтобы преподавание шло на трех языках. Как вы? Знаете, ты меня спрашиваешь, там, вот, давайте математику на английском языке дадим. У меня такое большое удивление. Я считаю правильным дать хорошо на одном языке, на русском языке. Дайте математику хорошо. У вас просто школа, где преподавание ведется на русском языке. Да, у нас еще несколько предметов ведется и на английском. И ведется уже давным-давно. Не вчера мы это начали. И на казахском тоже ведется. Но это чудовищно тяжелый труд. Подобрать обыкновенного учителя, толкового на русском языке для какого-нибудь предмета, это большущая проблема уже несколько десятилетий. Подобрать педагога, который сможет вам дать хотя бы на двух языках, почти невероятная задача. Подобрать на трех языках, я в такую перспективу не верю в ближайшие там годы. В данном случае мы имеем результаты бюрократических реформ, которые осуществляются в Казахстане. Но вот мы все недавно читали о Финляндии, в которой, как я понял, нет Министерства образования, но тем не менее система образования выходит на передовые позиции. Я не говорю о том, что нужно все отменить, всю эту бюрократическую организацию. Все равно нужно выделение средств, все равно нужно единые методические пособия, комплексы и так далее. Да. Там доводить до школ. Вот. А вот аттестация школ как проводится? В таком диком виде, в котором она проходит на сегодняшний день, конечно, мне кажется, это совершенно невероятно. Это любую школу закрыть можно. Нет школ в Казахстане у нас,
которые выполнят те требования, которые приходят и аттестационная комиссия предъявляет. Когда у каждого учителя в проверяемой школе должно быть по меньшей мере 21 пачка отдельных документов, там, что он занимается здесь научной деятельностью, здесь он занимается общественной деятельностью, здесь он занимается еще какой-то деятельностью, профессиональной деятельностью, и все это темы там какие-то должны быть где-то кем-то утверждены. Этот бред невозможно. Человек не имеет возможности прочесть даже никакую статейку коротенькую, он занят только тем, что почти 24 часа в сутки будет писать эту никому не нужную отчетность. Слава богу, сейчас министерство во главе с Агадиевым там достаточно жестко вопрос поставило о том, чтобы эту лишнюю, ненужную вообще никому, только для проверяющих организаций, для бюрократических, многократно повторяющих друг друга по функциям, там, вот только для них же нужно, а для нас это отчетность не нужна. Поэтому я с вами полностью согласен. Дайте нам возможность учителям заниматься нашим прямым делом, и мы с ним справимся не хуже, чем это обычно. Может быть, даже лучше справимся. Если еще надо помочь, мы сделаем хорошо. Аркемент, а вот я просто как преподаватель или заведующий кафедрой бывший помню, что у каждого преподавателя был журнал учета нагрузки, который он писал, прочитал лекцию в такой-то группе, такого-то числа. И было два отчета, полугодовой отчет и годовой отчет. Ну, там страница 3-4, не больше. И все. А сейчас вы говорите о том, что нет, пишут... Нет, не бывает, что меньше одного отчета в неделю. Не бывает. А зачем? И не бывает, что этот отчет меньше, чем там, не знаю, там 4-5 страниц, что-то еще такое. И это чудовищная проблема, колоссальная проблема. Ну, я просто не представляю, когда учитель работает и готовится. Больше того, теперь уже и негде готовиться. Почему? Видите ли, тот ряд длинных преподавателей, которые могли на курсах преподавать там что-то такое серьезное, толково давать, они же давным-давно уже ушли на пенсию. Пришло новое поколение, которых этому не учили, например. И учиться нам негде. Я знаю ситуацию, при которой зимой наши люди ходили на курсы, и на курсах преподаватель нашим взрослым людям на полном серьезе объяснял, что лягушка – это млекопитающее. Ну, это не может быть просто. Это может быть. Ну, я немножко в шоке, потому что я помню, что были институты усовершенствования учителей, были курсы для преподавателей высших учебных заведений. Достаточно квалифицированные, достаточно грамотные были, достаточно эффективные были. Да, очень то, что сейчас творится, это просто ужас. Например, в первый класс там вводят в экспериментальном порядке оценочную систему новую, в которую мы въехать не можем. Мы, в принципе, не понимаем вообще, о чем идет речь, там, как это оценивать такое. Не то, что родители не понимают, мы не понимаем. Когда нам приносят одну работу и говорят из ГРНО, вот эта работа, максимальный балл может быть 9, вот эта работа, следующая, там, максимальная может быть там, 7, а вот эта максимальная может быть 14. И критерии, по которым вообще-то рассуждается, сколько баллов давать на то или другое, мне непонятно совсем. Тогда другой вопрос. Вот выпускники вашей школы отличаются... Ну, как говорится, умом и сообразительностью они поступают в ведущие учебные заведения и Казахстана, и России, и зарубежья. Как вам это удается? Знаете, я думаю, нам удается это только потому, что мы все-таки продолжаем гнуть свою линию. Кстати, раз уж об этом речь зашла, и есть чем похвастаться, я хотел бы похвастаться, что у нас есть блестящая вещь. Вот чем. За последние 60 лет в одном из самых лучших, на мой взгляд, в мире, Массачусетских технологических институтов. Да, это номер один. Да, обучалось 6 казахстанцев за 60 лет. Из них за последние 7 лет 2 наших. Да. Ну, я вас поздравляю. Это и есть результат совсем серьезный. Потому что MTI это номер один. Ну, конечно, в мире. Да. И по инновациям. Больше того, и по одному науке. Нашему мальчику в позапрошлом году позволили. Просто невероятный случай. Когда он поступил на один факультет, а хотел вообще заниматься другой вещью. Биотехнологиями, ему разрешили перейти на другой факультет. Там. Ну, это талант. Да. Ну что ж, Аркемент Мумбаевич, спасибо большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что будете почаще приходить и рассказывать о проблемах образования. Я с удовольствием спасибо. Буду приходить. Вам большое спасибо. Очень давно, в далеком детстве, нас водили в музеи. Там сидели бабушки в форме, требовали соблюдать тишину и покой, пахло стариной, и было неимоверно скучно. Но с тех пор времена и музеи сильно изменились. Новые технологии, новые идеи делают музеи привлекательными для зрителей. 18 мая в очередной раз в Алматы прошла Ночь музеев.
Я хочу напомнить, что это международная акция, которая призвана популяризировать деятельность музеев. Впервые Ночь музеев была проведена в Берлине в 1997 году. Позже эту инициативу подхватили французы, а затем и другие страны. В Казахстане эту идею подхватили и теперь тысячи казахстанцев, которые могут сами стать участниками этой акции. На этот раз программа была еще более зрелищной. В музее посетителей встретили специальные гости, новые выставки, мастер-классы. Желающие могли даже научиться декорировать печенье и лепить горшки. 18 мая открылась ежегодная выставка сотрудников музея «Весенний экзорцизм», посвященная Международному дню музея. На выставке представлено более 50 произведений живописи, графики и прикладного искусства. Особенность выставки в том, что выставляются работы самих сотрудников музея. Произведения написаны в самых разных жанрах и техниках – натюрморты, гобелены, портреты. Эта выставка в очередной раз показывает, что в музее работают творческие люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, дорогие алматинцы, у нас в гостях Гульмира Кенжебулатовна Шалабаева, профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель Казахстана, директор музея имени Костеева, нашего любимого музея, о котором мы часто говорим. Итак, в нашем любимом музее состоялась выставка всеми уважаемого, любимого и памятного Калмыкова. Да. Так, какие работы там были представлены? У нас состоялось не так давно открытие выставки «Вернисаж». И эта выставка впервые, на ней представлено около 330 работ из собрания, всего собрания нашего музея. А полное собрание, оно, в общем, в музее Костеева, фонды музея, обладают наиболее полным собранием его работ, начиная от оригинальной печатной графики, заканчивая живописными работами. И количество их 1110 штук. Вот впервые такая полновесная, полноценная, масштабная выставка в истории изобразительного искусства Казахстана и в истории работы самого музея. Более того, впервые был выпущен полный научный каталог его работ. Вот все, что хранится в музее Костеева по творчеству Сергея Калмыкова, вошло именно в этот научный каталог. Тираж не очень большой, и в связи с этим можно говорить о том, ну, во всяком случае, по глубине проработки, по и изыском наших специалистов по тиражу. Уже сегодня можно говорить, что это уникальное раритетное издание. И мы по праву можем им гордиться. Мне кажется, у нас получилась очень хорошая книга, достойная. Но я просто хотел бы задать вопрос. В общем-то, Калмыков известен, как это ни странно, часто повторяющимся одним и тем же, ну, примерно полтора десятка работ. Да? А вот какие новые работы, вернее, открытые или ставшие, допустим, доступными для казахстанцев? Наиболее часто встречающиеся тиражируемая его работа – это оперный театр. Есть 7 вариантов. На нашей выставке тоже несколько вариантов представлено оперного театра. И его фантасмагорические пейзажи и картины, которые искусствоведы окрестили как фантасмагорический экспрессионизм. Но вот на этой выставке представлено также достаточное количество его работ, которые выполнены в методе реализма. И вообще очень много таких работ, которые никогда нигде не тиражировались и никогда не выставлялись. Они выставлены впервые. Очень много таких работ новых. В том числе мы постарались представить те работы, которые выполнены с двух сторон. Это была его такая манера, да. И причем не только он небольшие работы, он работал так и в театре. Еще когда он жил и работал в Оренбурге, и в тот момент с ним познакомился Евгений Брусиловский, талантливый композитор казахстанский, который, кстати, пригласил Калмыкова в Казахстан. Он тогда уже писал в своих воспоминаниях о том, удивлялся тому, что Калмыков, ну, это было, знаете,
связано с тем, что экономия средств, экономия места. Театр оренбургский, он постоянно гастролировал, и чтобы было меньше декораций с собой возить, то одна и та же декорация, с одной стороны, это была, например, постановка «Кармен», с другой стороны, это была постановка, скажем, «Щелкунчика». Это инновация, так скажем, бедности. Да-да-да, правда. И, кстати говоря, в оперном театре казахском уже имени Абая такие декорации тоже были, правда, они не сохранились. А вот картины такие в исполнении Сергея Калмыкова, они сохранились. И мы придумали, как их показывать, чтобы можно было посмотреть с той и с другой стороны. А вот как долго будет длиться эта выставка? Долго. Все ли мы успеем побывать? Конечно. Она будет продолжаться до 30 июля. До 30 июля? Да, почти 2,5 месяца. Специально для того, чтобы могли его посмотреть и неоднократно. Да, Калмыкова можно смотреть много. Много раз, да. Сначала можно как-то проникнуться его реалистическими работами, затем постоять, подумать, и как бы вот реципиент, он же тоже сотворчеством занимается. Один человек видит в одной картине одно, другой – другое. А уж тем более, когда это фантазия, когда это неукротимая фантазия автора, художника, то можно увидеть разные миры. В том числе космос, который он писал, инопланетяне, которых он писал. Он и себя считал инопланетянином. Итак, прошла «Ночь музея». Вот ее отличительные черты, отличие от «Ночи музея» прошлого года. В этом году «Ночь музеев» у нас получила свое название «Блуждающие призраки». Если, допустим, мастер-классы примерно такие же, как были в прошлом году, скажем, декорирование печенек, гончарная мастерская, в этом году впервые появился новый мастер-класс – это рисование песком. И, опять же, отвечая на ваш вопрос, почему, чем он отличался – сотрудники, некоторые сотрудники, наиболее креативные, интересные, молодые сотрудники, они превращались в ожившие картины, они превратились в блуждающие призраки. И те посетители, которые именно в это время были в музее, они смогли соприкоснуться и увидеть в залах вот эти вот блуждающие призраки, сошедшие с картин. Так, а чем вы еще хотите удивить наших алматинцев и гостей? Во-первых, в связи с тем, что президент нашей страны поставил задачу пропагандировать современную культуру, входить в мировое культурное пространство, в глобальный мир, мы ставим задачу расширять свои международные связи культурные. В СМИ уже прошла информация о том, что мы готовим осенью выставку беспрецедентную. Впервые в Казахстане в музее Костеева состоится, куда я голоса, выставка из музея Виктории Альберта. Виктория Альберта, которая будет посвящена конкурсу. Они приедут работы, которые победили в конкурсе «Тема мусульманское искусство». Это contemporary art. Это будет выдающаяся выставка, я так надеюсь. Потом мы готовим, работаем сейчас над выставкой из Мексики. Сейчас идут переговоры плотные, и мы надеемся, что мы сумеем представить нашим горожанам и гостям столицы две выставки из Мексики. Первая выставка под названием «Реконструкция бытия» мексиканского художника Хорхе Марина. Он является ведущим представителем современного изобразительного искусства Мексики. Это скульптор. И эта выставка, вероятно, будет... Мы еще думаем, работаем на ней. Или, может быть, на территории музея, может быть, в залах музея. А также вторая выставка, которая называется «Эдем» мексиканского художника Роджера фон Гунтена. Она имеет в себе 20 работ, рисунков и живописных полотен, которые мы надеемся представить гостям. Во время экспо в Астане будут демонстрироваться работа французской, она дизайнер, архитектор, скульптор Милен Гермон. Ее работа. Но в музей Костеева она приезжает для того, чтобы рассказать о себе, о contemporary art, о своем творчестве, поговорить, встретиться. Будет такая встреча-лекция у нас в рамках нашей Малой Академии Искусств «Алим-Асим».
Ну что ж, Гульмира Кинджибулатовна, спасибо вам за интересный рассказ о деятельности вашего музея. Успехов вам. Спасибо. Уважаемые латинцы, мы прощаемся с вами до следующей субботы. До свидания.